Не получилось? Значит, убедить судью не удалось. Говоришь, строгий. А мне какое дело до того, какой он, черт возьми? Неужели нельзя... Неужели нельзя уговорить одного судью? Какое время? Какое время? Суд завтра. Завтра суд. Ладно. Разговор окончен. Ладно. Все, все, все. Алло, Айшеханым. Здравствуйте, это Джингиз Атай, отец Джана. Вы получили подарок от моего имени? Не за что. Я хотел спросить. Сегодня Айшан ходила в школу. В чем дело? Вы говорили о поведении Джана, да? О его психологических проблемах и все такое. И что она говорит? Теперь проблем нет? Понятно. Понятно. Нет, что вы, нет. Вы всего-навсего учитель, что вы можете сделать? Спасибо. Не забудь о моей просьбе насчет музыки. Через 10 минут, хорошо? Все готово? Все готово? Да, господин, все готово. Хорошо, иди и смотри, не подведи меня. Ты сказал срочно. Что случилось? Я ненадолго, говори. Погоди, Айшан, поговорим и все. Успокойся. Мы не можем поужинать, раз разводимся. Садись. Пожалуйста. Хорошо. Что закажем? Я сам. Сегодня обычный день, ничего особенного. Я сказал, несите, что есть. Давай я, давай. Ты так и не научился. А ты не научилась готовить. На самом деле, скажи, каждый раз, когда ты пытаешься приготовить курицу, она, как всегда, превращается в уголь. Джингис, давай свою тарелку. Я готовила недавно, получилось просто изумительно. Тогда в чем я провинился? Столько лет ел сырую курицу. А ты говорил, что вкусно. Пальчики оближешь. Благодарю тебя, женушка. Нет, нет, нет. Я говорю о первой попытке. И тогда ты ел с аппетитом. Ты помнишь? Я приготовила на первую годовщину свадьбы. Джан был тогда карапузиком. Пока я его укладывала, ты съел половину курицы. Мне было так плохо. И ночью мы поехали в больницу. Вы только посмотрите, она еще смеется. Ты отравила меня своей курицей. У меня в животе была революция. Я что, заставляла тебя есть эту курицу? Ты сказала, что приготовила для меня? Разве я сказала, что ты обязан съесть всю курицу? Да. Пусть даже яд. Я ел? Это та музыка? Что это значит? Совпадение. Я сказал тебе, что эта песня написана специально для тебя, и ты покраснела.
странно как-то. Прошло 13 лет, Эйша. 13. Это были прекрасные дни. Правда? То есть ты не забыла? Да? Иногда скучаю по тем дням. Серьезно? Ты не поверишь, но это правда. Иногда я признаю себе, что меня так никто никогда не любил. А потом говорю, с ума сошла, все закончилось. Самые лучшие дни ждут тебя впереди. Обоих. Свободные и прекрасные дни. В таком случае, давай выпьем за свободу. Не так ли? Все закончилось. Нет, не закончилось. И не закончится.